Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по GTA 5 RP. Играем, как всегда, на первом сервере, и, друзья, я сейчас начал запись, потому что... Вот, блин... Блять, я не знаю, где это происходит. Подождите, это, по-моему, на той все-таки улице, да, где-то слева. Короче, какое-то жесткое мочилово, сирены, блять. Я просто, как бы, знаете, таких каких-то масштабных, каких-то войн между там группировками и ментами еще даже не встречал. А тут реально что-то такое ощущение, что пиздец какой-то происходит. Хочу хотя бы со стороны посмотреть, хотя у меня такое ощущение, что это может плохо закончиться, и я могу попасть под раздачу. Ну, короче, ребят, сегодня на самом деле все утихло, да? Короче, не знаю, кто-то очень жестко сейчас, ну, я надеюсь, вы слышали, что-то вообще пиздец какой-то происходил. Короче, ребят, сейчас вот просто серия все или ничего, вот реально, потому что сейчас я прямо вызываю такси. Опять кто-то стреляет, нет? Не, вроде не стреляют. Вызываю такси, ага. И открываю комментарий к прошлой серии. Это очень важно, потому что, друзья, я тут кое-что вычитал, честно говоря, даже... Что там опять происходит, блядь? Вон менты, смотрите. Что тут за дичь? Бля, нихуя непонятно, но очень интересно. Что вообще? Короче, какие-то разборки, блядь. Ладно, ребят, открываю значит комментарии. Смотрите, увидел я следующее, что меня пиздец как заинтересовало. Так, где у нас? Вот, ага. Серия про инкассаторы. Собственно, друзья, в комментариях я вижу следующее. Денис Султан написал, а у Мэри флаг Америки на карте. Игроки играют в монетку. Я чисто поднял 100к, играю в монетку. А... Это за мной? Ой, это за мной. Так. Да, я понял, все, сажусь. Сажусь, так. Здравствуйте. Так. Ага, вот сюда. Куда флаг следуем? Вот отметил. 220. Блядь, по городу тут дороговато, мне кажется. Так, значит, еще раз. Денис Салтан, значит, игроки играют в монетку. Я чисто поднял 100к, играю в монетку, можешь спасать удачу и ты. Чтобы бросить монетку, нажимаешь Г, предложить и бросить монетку. Ну, такое, блядь. Короче, я не знаю, это что-то типа... Я не знаю, ну это даже типа казино не назвать, я так понимаю. А почему именно там? То есть, видите, через Г происходит. То есть, через взаимодействие с другим игроком. Но, блядь, меня это заинтересовало, потому что я что-то за последнее время настрадался, да? Очень много бабок проебал. И как бы у меня есть 5 кэсов. И плюс, вроде, у меня еще есть немножко донат валюты, который я могу конвертировать. Поэтому, почему бы не попробовать? Тем более, раз такая штука существует. Только я вот, опять же, пока еще не понял, как это все работает. Но... Ё-моё, нифига себе тут. Так. Всё, спасибо, всего доброго. Так, пацаны, чё тут, значит, подождите, около фонтана это именно надо? Стоп, сейчас, инструкция. Не, про фонтан вообще ни слова не было. Играть монетку просто, а почему именно около мэрии-то, я не понимаю. Ну, подождите, если я подойду к чуваку, мне кажется, сейчас он меня неправильно поймет. Так, стой, мужик. Нет, походу они вместе. Я думаю, что если я сейчас пристану, особенно к его девушке, это плохо закончится. Так, подождите, может быть, игроки играют монетку. Может быть, здесь есть какое-то определенное место, где они это делают. Я просто вообще хер знает. Может, внутри прямо? Так. Хуя, чё, охрана прям стоит? Это игроки? Это игроки? Вот там вот стоит охрана, смотрите. Так, я нихуя не понял. А что тут вообще можно сделать? Это Г... Не, ну это типа, вряд ли здесь со мной. Да, деньги вылечить, работа. Смотрите, не, видите, тут как бы предложение бросить монетку. Не. Видите сумму 1000. Я зарёл. Ты что, издеваешься? Какая решка. Ломаджо. Там ярмарка начинается. Где? Блять, я обожаю просто. Так, подождите, стоп. Я что-то не понял, а почему именно здесь? И почему чувак так отреагировал вообще на мое предложение? Это типа, дохуя 1000 или что? Не, я немножко, я вот честно говоря, когда сюда захотел поехать, я немножко не прочитал до конца. То есть потом, когда вот сейчас я прочитал, что это происходит через букву Г, я только не понимаю, почему именно у мэрии. Типа, чуваки играют. Нифига там народу, смотрите-ка, а. Короче, пацаны, я что-то вообще ничего не врубаюсь. А что такое разбитый-то? А45 АМГ, что по стеклам? Подождите, вот тут вот этот народ стоит, но здесь медицинский центр или... Так, подождите, ну-ка. Может, тут? Меня только одно напрягает. Почему здесь чуваки все на нормальных тачках, блядь?
И как бы, мне кажется, я тут один смотрюсь весьма странно. Я просто даже не знаю, что сказать-то, типа, подойти и что я у него спрошу. Типа, не хочешь ли ты подбросить монетку, блядь? Я хз, как тут это происходит вообще. Бля. Соловые таблетки надо, не надо кому? Таблетки какие? Что происходит вообще? Блядь, а... Мне кажется, что это не тут вообще. Хотя, смотрите, вот здесь скопление людей. Может, медику ребята, предложить? Ребята, купите кто-нибудь платье, пожалуйста. Кого купить? Платье? Так, бля, по-моему, тут барахолка какая-то, а не эта самая. А, тут... А-а-а! Я понял! Я думаю, чё кто-то лежит-то? Это, оказывается, та самая ситуация, которая у меня была на чряде. Девушке плохо. А, спасибо, блять, ну давайте, это самое, никто не хочет монетку-то подбросить. Же, вот этот чувак, смотрите, смотрите, один стоит, ну-ка, ну-ка. Может он? Эй, парень. Чё? Может это, не хочешь монетку подкинуть? Зачем? Ну там это, типа, кому повезет. Я сейчас тебя подкину, отойди. Ну нихуя ты грубый, блять, а чё так? Чё, засал, что ли? Сам убежал! Так, я не понял, как это... Что за... Чё, пацаны? Полупрозрачный? Что тут про... Мне кажется, это не тут, блядь! Потому что... Чё-то как-то я не понимаю, не похоже здесь... Я со стороны же, но, наверное, как-то... Да не-не-не-не-не-не-не... Я сейчас опиздюлю здесь, скорее всего. Это вообще Group Street One Love какой-то стоит. Так. Блядь, надо как-то это самое понять. Мне кажется... Ого! Бля, это очень напряженная ситуация, если честно, пацаны. Просто, блядь, просто Версус отдыхает, понимаете? Давай на косарик. У меня нету косаря, давай на 200. Давай. Так, предложение. Брось монетку. 200. Орел. Это так происходит? Ну что, девушки, денег? Да, блядь! Давай, давай еще разок. Бля. Давай, ладно. 200. Я все-таки орел опять. Таблеточки надо, кому нет. Бля. Че, может, на 500 не хочешь? Кому веселый-то? Чего? На 500 не хочешь? Да нет, у меня 500. Да ё-моё. Я таблеточки продаю веселые. Блять, че за хрень? Почему чувак только... Да 200, блять, я был... О-о-о-о! Бля. Понятно. Ясно. Кто предложил-то, я даже не понял. На 5к будешь на 5к? Давай, давай, давай на 5к. Мы по косарю играем. Давай с тобой. Кидай. Так, 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 так! Давай. Еще будешь играть? Давай на 2. Бля, нормально! Бля. Давай на 3. Бля, если сейчас вернется, все. Ау. Блядь! Ну чё, опять 5 пятак? Ну, подкидайся, кидай. Бля. Пацаны, я только. На 2000, парни. 5000, решку ставлю. Давай, давай, давай. Еее, так все, ну нахер! Ребят, ребят, вы не давай на последний пока можно отвезти. Ребят. Чуть-чуть. На мусорку, вот, на мусорку. Давай я на победу играю, я ухожу. Бля, же. Бля, пацаны, я, пожалуй, все, как бы, это самое. Блин, давай, а я думал, тут вообще ставки жесткие, а тут чуваки что-то 200. 5к это, типа, считается крупная ставка. Это забей, это, походу, блядь. Ты, киньте на 2. Бля, может, еще на 5 рискнуть? Да ну, я въебу сейчас все, реально. 5к я нормально апнул, блин. Те хотя бы самые вернулись, которые я просрал. Короче, пацаны, если что происходит, это тут... Не там. Напротив, получается, мэрии. То есть это реально плохая площадка. Я не знаю, с чем это связано. Друзья, кто знает, почему именно здесь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что есть же какая-то причина того, что это все дело именно здесь. Почему здесь? Я тоже как бы, то есть... Так, 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 подожди. Ну-ка, ну-ка, какой-то солидный молодой человек подъехал. Так, может, с кем-то сыграть все-таки? Все. Блять, тут такой шанс 50 на 50, реально. Ты так, царь, последний заберешь. Стой. Че, посмотрим или... Или сыграем?
Блин, на 5к, ну блин, вот сейчас бы еще пятерочку, я бы вообще, вот, был бы вообще рад очень сильно. Вот это вот. На 2000 кто кидать? На 2000. Кто в долгую попросил? На 2000 кидать. Давай я на 2000. На 2000 прокидать. Решка. Давай. Бля, ну это опасная хуя, я отвечаю. Пиздец, все, двенашка в кармане, пацаны. Я считаю, что нахрен вообще. Просто это тот самый случай. А есть вообще типа казино-то? Просто я ничего не слышал, бля, ну это вообще хуевая тема, я думаю. Казино есть вообще типа лотерея? А мне можно там играть? Мне кажется, лотерея... Бля, так хочется... Вот сейчас так не хочется такси заказывать. Хочется пешком туда добежать, чтобы сэкономить бабла. Может так и сделать, тут реально ехать к херню. Бля, пацаны, ну слушайте, я пришел с 5К, ухожу с 12. Поэтому чисто теоретически можно уйти из 70, конечно, тоже тысячами заработать. Бля, ну это дохуя на самом деле бежать. Ну таксист, наверное, не особо согласится, хотя он приедет потом уже. Ребят, я, короче, как настоящий экономист, побежал. Потому что я хочу добежать, я не знаю, что такое лотерея, просто там не был ни разу, хочу посмотреть просто. Раз уж у нас такая серия сегодня, посвященная, скажем, непостоянному заработку, да, так как вот, ну, Орел и Решка, это типа чисто удачная херотень такая, лотерея еще есть. Просто интересно, есть ли какое-то казино, наверное, оно тоже есть, надо только попасть туда, блядь, ну я точно въебу все, это очень плохо закончится, я прям чувствую. Я бегу, смотри, что такое лотерея, потому что надо тоже разобраться до конца, быть может, это что-то тоже интересное и... Хотя, мне кажется, это какие-то билетики, которые, типа, ты покупаешь, а потом через время, там, тебе, ну, написано будет, выиграл ты в итоге что-то или нет. Кстати, мы уже почти добежали. Не, ну а нахрена реально заказывать такси, чтобы пробежать тут 100 метров? Или сколько еще бежать? А, ну все, я прибежал, поэтому. Так, а где вход? Бля, опять кто-то стреляет, я не понимаю, тут вообще опасная хрень какая-то. Так, ну-ка. Ну, я вижу одну тачку, по крайней мере. Соответственно, можно сказать, что две тачки. Ну, Е36 стоит. Соответственно, можно сказать, что, возможно, сюда... Так. Это игрок стоит или NPC? Так. Продавец лотерейных билетов. Ну-ка. Так. Сейчас мы разыгрываем 129 тысяч баксов. Хотите купить лотерейный билет, чтобы участвовать в розыгрыше? 16 тысяч. Ну, давай. Розыгрыши проходят, происходят каждые 2 часа. Бля, косарь стоит, пиздец. Ну, там шанс очень маленький. Это все. Ну, как я и сказал, короче. Типа, покупаешь билет. Ну, ладно, я купил. А если я буду не в онлайне? Я когда зайду на себе... Бля, ну это, конечно... А среди скольких игроков на чем было бы написано? Смотрите, реально чуваки прям подходят, покупают. Ну-ка, если я еще раз к нему подойду, что там? Что он скажет? А! Ну да, то есть смотрите, 131 тысяча. То есть, соответственно, 131 игрок купил билет. И среди 131 игрока будет разыгрываться. А здесь тут нет такой темы, что... Чем больше ты купил билетов, тем выше шанс, наверное, есть. Бля, ну почему бы не попробовать, раз уж у нас такая сегодня тема. Короче, ребят, что я могу сказать по итогу? Значит, ну, я так понимаю, что... ох, какая, а? Нормальная такая тонированная, черная, матовая. Короче, ребят, если есть даже специальное место, где игроки собираются, то, соответственно, это, наверное, все-таки крутая тема. Ну, по крайней мере, так, между собой попробовать... Вы видели, да, ДТП, я заснял его? Скутерист, правда, почему-то, но это, я думаю, пинг был. Вот, поэтому, как бы, тема прикольная. Можно, ну, и, соответственно, не только там встречаться, например, кто-то где-то, я думаю, тоже кому-то предложить. Тоже, в принципе, в этом никаких проблем нет, но я не знаю точно. Может быть, для этого нужно именно специально отведенное место. Вот, а по поводу лотерейных билетов, ну, это, короче, такая тема, которая, в принципе, часто встречается. И шанс, конечно, очень маленький, но, с другой стороны, ладно, я уж купил, попробую. Прикиньте, я захожу на сервер, и мне написано, вам зачислено на счет 120, или сколько там, 130, да, тысяч. Да, там суммируется потом. Поэтому, друзья, сегодня мне удалось поднять, получается, 7 кэсов. А из них косарь я сейчас на билеты проебал, но, знаете, это неплохо в моем случае. Ну, блядь, это очень рискованно. И, видите, на 5К не каждый готов играть, хотя я там слышал, что-то на 120, что ли, кто-то хотел сыграть. То есть, я не знаю, сумма ограничена или нет, на которой можно играть. Но я так понимаю, что игроки предпочитают играть на очень маленькие суммы. Хотя, возможно, просто именно сейчас я подошел, и там такая, ну, была... В принципе, не было интереса у людей, а может быть и денег играть на большие суммы. Так что, друзья, такие вот пироги. Я пока что продолжаю исследовать мир пешком. Надеюсь, когда-нибудь на прогресс какой-то, но это не точно. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч, всем удачи и всем... Вот сейчас хорошо, что, блядь, я не бежал. Надо смотреть по сторонам, блядь, а то... Такое. До новых встреч, всем пока-пока, друзья.